Друзья, приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу сделать новый ритуал, который называется «Чистка некротических привязок». Некротические привязки могут быть насланные, или вы сами себе сделали, или вы получили от кого-то такую некротическую привязку, потому что кто-то ушел в мир иной, и вы о нем постоянно думаете, или это человек, когда уходил в мир иной, он о вас думал, или он хотел попросить у вас прощения, потому что очень много вам вредил, или это ваши родственники, любимые или любящие вас. И очень часто люди, которые при жизни были родственные связи или были такие какие-то очень такие душевные отношения, или любили друг друга, или очень сильно вредили, или еще как-то по-другому, но вы получаете очень часто некротическую привязку вследствие отношений, когда люди уже ушли в мир иной, а вы о них помните, думаете, не отпускаете, плачете за ними, обдумываете, вспоминаете, как у вас сложилось в жизни и как бы сложилось, или вы были с этим человеком или с другим, или у вас не получилось, или вы обвиняете кого-то. Ну, по-разному, конечно, у вас складывается разные ситуации, потому что вы разные. Очень часто люди получают некротические привязки, вам насылают некротические привязки. Например, когда работают с кладбищем, или вам вредят, и вам подсаживают кого-то, каких-то умерших, или каких-то духов, или еще каких-то сущностей, и делают вам такую некротическую привязку. Конечно же, ваша энергия утекает куда-то, вы теряете силы. И вы не знаете, почему, когда это началось, почему, зачем. Вы тоже нервничаете или в замешательстве. Ищите ответы на ваши вопросы, почему у вас такие проблемы, да? Друзья, ну, истории у вас у всех разные, я не могу рассказывать здесь долго эти истории, конечно, но просто я сегодня хочу сделать чистку некротических привязок. Даже если у вас нет никаких некротических привязок, вы просто можете смотреть очередную новую мою чистку. Все свои ритуалы я провожу в энергоинформационном потоке, в энергетическом таком потоке, в энергетическом канале. Высшие силы вам помогают через меня. Энергию беру из пространства. Я мастер-практик, работаю очень много лет. Вы просто смотрите, специально не нужно подключаться в моем ритуале, ничего не нужно активировать. Чистим некротические привязки. А некротические привязки могут быть по разным чакрам. В разных местах, в разных чакрах, в разных точках, в голове и в других чакрах. И в мыслях, и во сне могут приходить какие-то умершие, или какие-то картинки, или какие-то напоминания. Или какие-то неприятные сны, или страшные, как будто бы не из этого мира. Да, это все некротические привязки, но не только, друзья, конечно. Картинки могут быть в снах негативные, разные, но не только некротические привязки, могут быть разные другие. Сегодня мы чистим некротические привязки в разных чакрах, везде, вокруг вас, внутри вас. Вы просто смотрите. Руки не имеют у кого-то, да, такие вот, или чешутся. Аллергия у кого-то на руках прямо чешутся, кожа чешется.
Или шелушится кожа. Привязки не только по рукам, по ногам и в других чакрах. Чистим неэкротические привязки. А кто-то даже запах слышит, какой-то падали или кладбища, запах или какой-то сырость, какая-то земля. Даже вы можете чувствовать запах. Не все, друзья, может быть, это не ваша история. Просто смотрите чистку, если это не ваша информация. Просто присутствуйте, чистимся. У кого-то по сердцу привязка, потому что некротическая, даже сердце болит, или тяжелое, или учащенное сердцебиение, или тяжело дышится, дышать тяжело, или одышка, или просто слабое сердце. Ноги тяжелые у кого-то гудят, как будто бы такие тяжелые ноги, свинцом налитые, да, или просто отечные ноги. Чистим некротические привязки. Уже сейчас становится легче, правда? И дышать легче, и сердце успокаивается. Слезятся глаза, у кого-то кто-то кашлял, успокаивается кашель. Горло болит у кого-то, да, или простуда у кого-то, но к концу ритуала становится легче. Сейчас уже. По самочувствию, как приходит такое вот, меняется в лучшую сторону ваше состояние. Так, чистим некротические привязки. Ощущения у всех разные, восприятия разные у всех. Энергии, которые работают у меня в ритуале, у вас разное восприятие. У кого-то даже, да, вы смотрите, голова вот сидит, как будто бы, да, человек, посмотрите, воск выливается, да. Кто любит рассматривать картинки, голова, видите? То есть явно привязка к человеку у вас, которого уже нет. Или вас привязали через кладбище,
привязали какого-то духа или привязали какого-то умершего или сделали приворот через кладбище, это тоже некротические привязки. Если это не ваша история, не притягивайте к себе, не воспринимайте, просто чистим некротические привязки разные. Вы можете даже чувствовать, слышать, как будто бы какие-то шаги. Чистка происходит, как будто бы кто-то уходит. Можете чувствовать и слышать, как бы внутренним таким слухом, внутренним восприятием. Можете чувствовать, слышать шаги, как будто бы кто-то, или такой шорох, и как будто бы кто-то уходит. Очень болит верхняя часть спины у кого-то из вас. Такая тяжелая спина, как будто бы кто-то, как будто бы мешок на себе держите, несете. Сгорают некротические привязки. Ну и другие, конечно, разные виды негатива, потому что в этом ритуале вы можете очиститься от других разных негативов. Как у вас работает чистка? По-разному у всех работают чистки мои. Потому что моими ритуалами руководят высшие силы, они вам дают помощь через меня. Но у вас-то истории и негатив разные, поэтому как у вас работает, пишите, я читаю комментарии ваши. На ваши вопросы я отвечаю вам на консультации, конкретно по вашим проблемам.
Мы разговариваем о ваших проблемах, друзья, на консультации, подробно. По поводу консультации записывайтесь, пожалуйста, пишите мне, пожалуйста, смс, только WhatsApp, Viber, Telegram, только смс, друзья, не звоните мне, пожалуйста. И обязательно вам отвечу. Записываемся на консультацию заранее. Обычно я отвечаю в этот же день, когда вы мне написали смс, я вам отвечаю. Консультацию назначаю, моя консультация платная. По поводу чистки порчи, разного негатива, тоже мне, пожалуйста, пишите. Я провожу тоже очищения, чистки энергетические разные, дистанционно. Тоже пишите WhatsApp, Viber, Telegram, друзья. Сегодня я вас всех благодарю. Комментарии пишите. Я читаю все ваши комментарии. Я тоже вас всех благодарю за все, за донаты, лайки, комментарии. Жду вас на моем канале. Вместе мы сила. Вы помните, да? Высшие силы вам помогают через меня. До встречи, друзья!